Ну что ж, это вы кинули нам вызов. Вы действительно думали, что мы не сможем его выполнить? Но именно вы ждали нас. Ах да, забыл сказать. Мы уже здесь. Привет, друзья! Вы смотрите программу «Перезагрузка». В сегодняшней программе мы пригласили группу участников, которые нуждаются в перезагрузке их жизни. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Номерок блатной, 3 семерочки. Едет, катит фраерок, сивы корочки. Ну чё, особи, как в школу заходить будем? Как будем? А чё он не работает? А? Как перелазить-то будем? Есть ты, ну! Пробрались. Какой кабинет? Салам алейкум. Стопэ, я первый. Вы знаете, наверное. Доброе утро. Уходи отсюда. Ну я же еще не все. А карака подвинул. Давай. Йоу. Наши эксперты проанализировали поведение участников и назначили им курс перезагрузки. На стульчик-то сядьте, пожалуйста. А вы ноги уберите. Молодой человек, развернитесь. Базар, вот все. Так, ну значит. Нормально, сядьте, пожалуйста. Хорошо, начнем. Комплекс у вас есть? Нет. А зачем вы сюда пришли? Мать заставила учиться. Ребята, вы не соответствуете статусу лицеиста. Мы не можем вас взять. Мы справимся! А, тогда я знаю, что с вами делать. Прежде всего, вас надо разделить. Ну что ж, будем надеяться, что перезагрузка поможет нашим участникам стать лучше и образованней. Давайте понаблюдаем за этим. Как говорили великие поэты и писатели, творчество развивает таланты в человеке. Что умеешь ты делать? Ну, я умею вот так играть. Ну, конечно, не густо, но давай изучим самые основы. Ну, давай. Нам не выжить без смола, и это чистая правда. У нас есть и химички, у нас есть и физматы. И наши дети на все расы лучше всех выступают. А наши выпускники в МГУ поступают. Найди в этом предложении ошибки. Не разговаривай, это базарит. Не телефону, а мобилу. Ты что? Ну пусть меня тогда пропустит дальше. Вот бы прозвенел звонок, ведь я забыл домашку. Знаешь, что такое российское движение школьников? Кирилл, что такое? Ну, а хочешь вообще вступить в эту организацию? Можно. Ну, эта организация занимается саморазвитием детей. Она помогает учиться детям в школе. Она развивает их таланты. Помогает им. Да и вообще, это очень хорошая такая организация. Там ты можешь проявить свои таланты, можешь
развить их и вообще помочь другим и поучаствовать в разных мероприятиях, узнать что-то новое для себя и открыть какие-то новые возможности. Все это можете сделать в этой организации. Я golden arist, я лицеист. Написал не так, и ты попал в блэк-лист. Ольги Борисовны не милость, хоть я вроде стараюсь. Как же мои тройки исправить дома я? Не говори, училка, говори, учитель. Нельзя сказать препод, а преподаватель. Мы тут грызем гранит науки, добываем знания. Разговаривает. У меня долги с учителями, это все не вечно. За это два в четверть, жизнь скоротечна. Golden arist, я лицеист. Написал не так, и ты попал в блэк-лист. Ольги Борисовны. Здравствуйте, ребята. Да. У нас проводится набор на олимпиаду. Кто что умеет у нас? Ну как, пацанам железо таскали, на пенечки ходили. Пятерку поднимали, мушкой вдвое махали. Ну что, не пусто. Ну, начнем тренировку. Тройки исправить до мая. Дорогие учителя, благодаря вам мы изменились. И мы рады тому, что мы учимся именно в лицее, у таких талантливых, отзывчивых, добрых учителей. Спасибо вам за все. Ну вот, наша история подошла к концу. И как же приятно, когда ты осознаешь, что помог еще одним людям найти себя, найти то, для чего стоит жить. Но я стал ведущим этой программы неспроста. У меня есть подобная история. На самом деле, обучаясь в другой школе, я без желания учился. Я каждое утро заставлял себя идти в школу. Но родители помогли мне справиться с этой проблемой. Они перевели меня в лице Бригантина. И это было одно из тех правильных решений, которое изменило мое будущее. Каждый день в нашей любимой школе по-своему интересен. Каждый день – это маленькая история. Новое приключение, познавательные уроки, совместные поездки и внимательные каждому ребенку учителя. Спасибо вам за все. Мы вас очень и очень любим.